Так, всем привет. Я тем временем внезапно оказался Мечкова. Да. Поддержать Мячкова. Мячкова. Да. Сейчас, да, опять полетят. Значит, поддержать нашего амбассадора. От кого? Кого ты представляешь? Кутежа! Который, значит, нам выступает сегодня на ADM Drift Contest. Или проходит здесь такой между собой. Я приехал поддержать Степыча. Посмотреть. Думали сегодня просто там покатушки, а сегодня даже целые мини-соревнования, поэтому вот мы поменялись с ним местами. Сегодня я его спотырю. Можно спотырю тебя? Мороженку вот привез. Манжурю вот мороженку привез. Да, поешь, посиди в тенечке, отдохни. Спасибо. Нормально все, да. Просто сделаешь то, что должен делать. Да. Ну я ничего не подал, заявки. Короче, все просрали. Ну а что, мы можем поздравить Сёму с первым местом на Drift Contest. Красава! Женёк комментировал, в общем, да, малыха дотащила. Короче, в топ. Топ 16. Сломался генератор. Да, ой, это вообще история, не успел рассказать, я у себя расскажу. Ну, короче, ладно, на него подписывайтесь, он расскажет. В общем, я горжусь. Все за радости. Да, сломался генератор, меняли аккумуляторы, все молодцы. Вау, Вован, молодец, красава. Сколько аккумуляторов поменял? Да, 4 аккумулятора. Каждый заезд был новый аккумулятор. Самое главное, что молодец, Степа, проехал все заезды. Ван-мутаймы хорошие. В общем, я безумно рад за него. Я ему проспорил спор. Значит, я не проспорил, говорю, выиграешь первое место, получишь тесты на супер. Он говорит, все, теперь с тебя тесты на супер. Ну ладно, сейчас хоть на супре можно доверить. Красавчик. МЛС, кстати, дрифт-дрифт, у меня к вам важное дело появилось. Как вы знаете, у меня у дочки день рождения 9 мая. Вот, и мы там будем отмечать в Сокольниках, в лесу, беседки, бла-бла-бла. И сегодня вот только что буквально слился аниматор. Просто галимо слился, сославшись на то, что 9 мая будет погода, типа плюс 10-11 градусов, он боится заболеть. Короче, какой-то петушара вообще полный, блядь. Очень злой, потому что, ну, в смысле, 10 градусов, оденься чуть теплее. Просто не надо в стрингах приходить от своего парня, блядь, с утра. И просто приди, отведи корпоратив детский. Короче, в общем, ладно, это лирика. Еще аниматора срочно, потому что 7 мая вечером, вот выяснилось, на 9 мая, может, кто-то занимается, может, кто-то сам готов. Детский день рождения, 8 лет ребенку, будет еще таких несколько ребенков, пару часов там с ними. У меня, кстати, к вам еще небольшая история из жизни. В последнее время мне приходится ездить не на Тойоте, моей любимой Toyota Hilux, в свете последних событий, которые вы, конечно же, понимаете, знаете. Проставки остаются, да. И я езжу на вот такой прекрасный, товарищ выделил мне, значит, во временное пользование прекрасный BMW E91 универсал дизельный на панорамном салоне, на панорамной, в смысле, крыше, на светлом салоне, на отличных 19-х BBS Motorsport. И они, конечно, с супер низким профилем, 35-й профиль. Короче, два задних диска были лопнутые. Ну, точнее, они лопнули. И мы, естественно, привезли их. Кому? Главному специалисту, к Лехе Quality Wheels. В общем, Леха все разрулил, диски починил, заварил. Вот я сейчас приехал их поставить. И буду снова на красивых дисках. А следующий визит у меня к Крайеру, потому что я хочу купить. Я, естественно, сюда уже ввалил бабла. Еще хочу немного тюнинга, потому что даже если я временно езжу на машине, я все равно не могу ездить на стандартной. Поэтому респект Лехе. Все дисковые дела по ремонту, по обслуживанию.
он разруливает просто нереально круто. Обращайтесь.